4 попытки перевоза боеприпасов через крымскую границу были предотвращены в этом месяце. Дважды инциденты происходили на КПП «Армянск». Так, у 75-летнего мужчины при помощи спецтехники пограничники обнаружили патроны от стартового пистолета. Такой багаж он скрыл и от женщины, управляющей автомобилем. Спустя день к тому же пункту подъехала «Хонда». Владелец осмотренной машины объяснил, что найденную партию среднекалиберных патронов он просто забыл достать из автомобиля после охоты. Все запрещенные к перемещению через государственную границу России предметы изъяты и отправлены на экспертизу. А гражданам разъяснили порядок оформления и перемещения грузов и товаров, а затем отправили по обратному маршруту. Напоминаем, что водитель транспортного средства несет персональную ответственность как за пассажиров, так и за весь перевозимый багаж.